команда будет готовиться, как заниматься предстоящим перед сезоном? Подготовка будет носить интенсивный характер работы с мячом, работы над физическими качествами. Все это будет сочетаться. Предстоит большой объем работы, подтянуть нам определенные компоненты. Сколько у людей новых в команде, кого привлекли, может быть, из уже из дюшор нашей школы? Есть у нас новые люди, но новые, как их назвать, которые были раньше на просмотре, на кого-то мы обратили внимание в этом году. Все они здесь сейчас проходят процесс просмотра. Со школы, да, есть люди 99-го года, ребята, 2000-го года. Ближайший резерв. Их тоже мы будем просматривать, привлекать к тренировочному процессу. Ну, с первых тренировок, я так смотрю, уже ребята наработали над скоростью, над выносливостью, увеличение, объем увеличения нагрузок, наверное, еще ожидается. Да, у нас вообще планируются занятия высокой интенсивности в основном. Перерыв между окончанием прошлого сезона и началом подготовительного периода небольшой, поэтому физическая форма у них не потеряна, и интенсивность высокая, это наоборот, как говорится, пойдет на пользу. Какой стиль будете прививать команде? Атакующий, защитный, комбинированный, может быть? Сейчас об этом говорить рано. Сейчас идет процесс формирования команды. Ну, конечно, хотелось бы играть в атакующий футбол, ну и в то же время не забывать об оборонительных действиях. А что скажете про уровни команды? Вот вы увидели, две тренировки провели. Насколько ребята готовы выполнять ваши требования? На сегодняшний день, да, они вышли, как говорится, из отпуска. У них огромное желание, соскучились по футболу. Тем более, понятно, что сменился тренер, им нужно показывать себя. Две тренировки провели, и настрой у них хороший, самоотдача отличная. В плане исполнительского мастерства, да, есть хорошие моменты, есть какие-то ошибки. Но будем пытаться исправить что-то.